попить этот, как вот там, коктейль мороженое, кажется, это тут номер один в Пуджанде. Разные вкусы делает, готовит сами тоже так же. Сейчас будем пробовать. Шамбы. Так вот. Самые свежие продукты здесь. Можете приезжать с утра. Хлебушки тут разные. Овощи, зелени. Прям все-все-все-все свежие. Аж даже прям мясо. И вот специи вот разные на вкус, на любой вкус и цвет. Так что приезжайте. Мы вышли, вот такая вот тут у нас красота, ну конечно же жара сороковая. Зашла, купила себе все, что хотела. Так, сейчас пойдем прогуляемся. Сестренка говорит, нет, апа говорит, этот, меня потом загар схватит, я говорю, ой. Я скучаю, я, точнее, не скучаю, я соскучилась. Хочу прогуляться, вспомнить, так сказать, былые детские времена. Вот так вот. Красота тут у нас. Это Худжан, кстати. А ну. Ой-ой-ой. Такой вот у нас тут переход, пешеходный переход, подземка, так сказать. И идем вот так вот. Пришли в заведение, Адиба называется, Адибон точнее. Вот, зашли, покушаем сейчас. Оказывается, они тут делают мохито, свежие мохито, там вот лайм, мята там, лимончик. Сейчас попробуем. Пришли в гости. К другу мужа пригласил в гости нас. Что значит? Пусть есть. Так, за? Открыть тебе? О, арсикола разные. Так вот, сиди. Вам блогер добыла? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Семья на английском. Сол
тут бы не есть, есть, а не маза глаз был, он мачалат. Плавать будешь? Приехали на пляж. Купаться. Ну и прям. Тут вот такой вот. Их не выпустил. Тут вот такие вот есть топчаны, каты. Можно вот. Это, конечно же, бейпульне. Вот, оплачивайте, берете и купайтесь. Сколько вам влезет. Вот так вот. Вот так вот. Тут вот так вот красиво еще сделали. В прошлом году такого не было. А в этом году прям очень красиво сделали. А там вот пляж. Ты не будешь плавать? О, в песке моя нога. Да, сынок? У тебя, как у меня, тоже в песке? Да. Вода почему-то ушла. В прошлом году вода прям здесь вот была. Она уже прям ушла. Пойдем, пойдем, сынок. Если честно, запах так уж прям... Не знаю почему, запах прямо такой. Я тебе да. Пойдем, сынок. Вот видите, вот сверху, как оно выглядит, вот так вот. Так вот и выглядит. А там уже дальше зона отдыха, там отдыхают люди. Я в воду не зайду. Сынок тоже не заходит. Ой! А, ладно, ладно. А почему-то запах такой какой-то есть. Я вот так просто ножки намочу, хватит. Папа пришел с папой, вот теперь идут. Знакомиться с водой. Там камень, не иди, там камень. Там камень. Мы уже все вышли, солнышко уже село. Попить? В сумочке попить, сынок. Сейчас. На, сынок. Открой, пей. Вот так вот. Покупались, кроме меня, отдохнули. Прохладненько. Не скажу, что прям аж прохладно, но такое прохлада чувствуется, знаете. Вот. Кстати, тут много вот людей приезжих, вот как мы, с российскими номерами, с российскими, точнее, машинами приезжают, с вот такими вот боксами. И вот отдыхают вот эти вот топчаны, каты, так сказать. Они платные. Можешь вот так вот прийти, посидеть с семьей, отдохнуть. Хоть 110 раз в воду зайди, выходи. Субтитры сделал DimaTorzok.